И она, что есть сил, прижмется к нему, подпирая носом ключицу. Внутри разольется немыслимое тепло. Повторяет себе: «Не вздумай в него влюбиться». Он губами касается ее лба, и вот уже все равно. Он не знает ее настолько, чтобы понять итог. Ему нравится то, что она легка. Он порой бывает так тревожен и одинок, что не может найти слова. А она только видит его сразу в смех, сразу в танцы, в рассказы про музыку и подруг. Она рада за каждый его успех, рада так, как никто вокруг. Она знает, его навечно не удержать, не пришить к себе, надолго не увлечь. И потом она будет опять страдать, избегая нелепых фраз и случайных встреч. Но сейчас он здесь, ее руку сжимает его рука. Мир на 100 единиц красивее и добрей. И никто не знает наверняка, кто из них догорит быстрее.